Всем добрый вечер! Это проект Invisible Devastation. И мы тоже, как многие из музыкантов, решили сделать свой live boom. Погнали! Большое спасибо. Следующий наш трек, самый первый трек, который мы написали, а точнее, я его написал даже еще до того, как мы с Алексом встретились. И, собственно говоря, это было в 2006 году, когда я его написал, а в 2009 году мы его реализовали. Этот трек называется «Мать-героина».
сметенный с оков. Каждый житель нашей страны ощущает чувство вины. Я и сам воплощение греха, так что будь со мной очень строга. Но одно лишь хочу я понять, так скажи мне, чертова мать. Большое спасибо. Следующий трек, который мы записали тоже достаточно давно. Многие люди, наверное, хотят видеть в себе только доброту. Но, как правило, или, наверное, не как правило, а у всех есть и негативные чувства. Все хотят видеть в себе Бога. Но некоторые видит в себе и дьявола.
Я вижу дьявола в тебе и дьявола в себе. Я вижу дьявола во всех, кто жил здесь на земле. Я видел то, как он смотрел на каждого из нас, на мир, который пал. Спасибо. И наш последний на сегодня трек, который мы никогда не исполняли вживую. Это последний трек на нашем альбоме, который называется «Покаяние». Покайтесь, люди добрые, ибо вы очень-очень-очень-очень много грешили. Пора покаяться. Это была святая вода. Thank you.
Большое спасибо. Это был проект Invisible Devastation. Увидимся после самоизоляции.